Сейчас мы с вами в микрорайоне Блинова на улице Кадыжинская и вернулись с вами еще раз посмотреть, какие есть предложения в жилом комплексе Олимпия, который располагается рядом с улицей Каспийская. Из инфраструктуры здесь автобусные остановки, то есть пешая доступность до школы и сетевые магазины. Небольшая придомовая территория этого жилого комплекса. Он не может похвастаться какими-то парковочными зонами. Клубный дом, четырехэтажный, расположен на Хадыжинской, дом 11А. Появились здесь кое-какие перепродажи. Посмотрим, какие есть у нас здесь квартиры, начиная со второго этажа. Для тех, кто первый раз смотрит этот комплекс, то выглядит он вот так. Посередине здесь лестница. Не знаю, почему датчики света не включаются. Пожарная безопасность. Может быть, сейчас какие-то наладочные работы ведутся. Ну, посмотрим. Так, мы с вами поднялись на второй этаж. Здесь, в принципе, качественные двери, менять их не надо. И вот такая вот обычная студия. Здесь зона для санузла, панорамное окно в пол. 21,8 квадратных метра, стоит по 110 тысяч за квадрат. 2 миллиона 398 тысяч рублей. Большой балкончик. Вид у нас на церковь, частично на Олимпийский парк, если можно назвать это видом. Но такие вот цены, ребята. Это, конечно же, квартиры не для жизни, это для отдыха. Приехали и поехали в какое-то другое место, переночевали. Вот, так сказать, как гостевой номер. Двигаемся дальше. С вами на третий этаж. И давайте рассмотрим квартиру угловую. Она чуть побольше. 27,9 квадратных метров. Здесь можно выделить уже полноценную однокомнатную квартиру. Планировка позволяет. Уже по 107 тысяч за квадрат. 2 миллиона 985 тысяч рублей. Кстати, что касается самого жилого комплекса, здесь статус квартиры и доплата 45 тысяч за каждую квартиру за оформление. Так, это у нас вид получается на Храм Христа, железнодорожный вокзал. Здесь удобная, кстати, транспортная развязка как в сторону центра Сочи поехать, так и в сторону Эмеретинки. Выделяется здесь санузел, тут же у нас окно для кухонные зоны, и выделить можно отдельную спальную комнату. Море здесь у нас 2,5 километра. Рядом у нас получается Олимпийский парк, ну, где все развлекухи, так сказать, зона так отдыха. На третьем этаже давайте рассмотрим квартиру, которая у нас получается самая доступная пока. Так, обычная тоже студия, 21,2 квадратных метра, площадь вместе с балконом. По 110 тысяч за квадрат, 2 миллиона 332 тысячи рублей. Отопление здесь будет на электричестве, а водопровод и центральная канализация уже подключены. Статус здесь квартира, уже многие здесь живут и делают ремонт. Также на третьем этаже у нас есть вот такая квартира. 24,2 квадратных метра. Тоже обычная студия с балконом, но уже с прямым видом в сторону Олимпийского парка. По 105 тысяч за квадрат, 24,2 квадратных метра, 2,541. Здесь у нас проходит улица Насыпная, ну, шумовые экраны стоят, в принципе, не сильно слышно дороги. Вот, краешек прям вид на море небольшой, с высоких этажей, конечно, вид получше, но с четвертого, но не особо принципиален. Там у нас мансардный этаж, поэтому деревянные перекрытия. Здесь у нас бетонные перекрытия. Можно сразу заходить на ремонт. Ну, в принципе, уже это люди и делают. Такие вот предложения в жилом комплексе Олимпия. Сейчас это уже идут перепродажи. То есть люди покупали в декабре месяце по 80 тысяч. О чем у нас свидетельствует обзор, который будет выпущен далее. Так что смотрите следующий обзор.
Оставляйте свой комментарий по поводу этого жилого комплекса. Вот. Ну а мы с вами будем и дальше двигаться по новостройкам Адлера, сравнивать с предыдущими ценами, насколько они подросли. Я думаю, что это будет для вас интересно. Всем пока!